Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Бравл Старс. Так, трофейная лига закончилась. Я всего лишь 4 там блинка этих получил. Тут-то что такое у нас? Твой клуб получает награду за 250 очков в клубном событии. Спасибо большое за клубное событие. Так, подарки. Подарки, давай посмотрим, что там нам подарят. Ну давай ты прогружайся тоже быстрее. Ну что? Не хочешь подарок мне давать? Может, она зависла, друзья? Нет. Шелли с дробовиком. Блин, прикольный скин. Ну где подарок-то мой? Какой существенный, друзья мои, подарок. 15 вшивеньких монет. Гиперзаряд, решительность. Это для Тика, наверное, да? А, ну да, там же написано наверху. Для Тика, блин. Не, ну это невозможно, ребят. Ну почему так вот долго прогружается вот это вот? И музыка пропала. Нет, музыка не пропала. Просто стихла. Блин, лишний раз за подарком просто неохота даже идти. Ну что, ребята, квесты, новые квесты, новые задания. Давай посмотрим. Так, выиграть бой 3 раза, нанести урон. Так, захват или кристалл. Ага, кристалл и есть захват. Воспользуйтесь кнопкой играть снова 10 раз. Ну, вот это я поменяю. Тут я поменяю. Пенни. Так, выиграйте в ранговом бою. Все в ранговых боях, прикинь. 3 задания, ребята. А здесь, значит, Пайпер, Пенни, Пайпер, Шелли, Лео. Короче, ребята, я беру Пенни, иду в захват кристаллов. Мне нужно выполнить и это задание, и это задание. Я думаю, будет справедливо. Так что Пенни у нас выбрата. Захват кристаллов как раз стоит. Все, ребят, погнали. Я надеюсь, событие кончилось с эволюциями. Я надеюсь, эволюцию убрали. Нет никаких там штук, друг. И самое главное, чтобы не было вот этих лагов при загрузке, которые у нас... Которые у меня, ребят, у меня, именно у меня, периодически бывают. Можно перекреститься, все пока хорошо. Ну, конечно же. А давай я сюда поставлю пушку. Пускай он там бомбит. Ага, больная там лазит. Так, они не дают нам ничего сделать. Ребят, что-то у меня как что-то с управлением. Забери кристаллы. Блин, да я опять пушку не туда поставил. Ну, они так, ребята, узнают, что мы, что я блин, на автокликере. Надо пушку ставить в куста, по возможности. Нафиг я вылез-то? Я офигею, блин, мы в меньшинстве, оказывается, играем. Ёпрасете. Эдгар Вафил, блин. Понятно, короче, ребята, все. Этот Эдгар ни хрена играть не умеет. Вы уж простите, конечно, но это беспонт был. Просто беспонт. Тупой, блин, Эдгар сидит, вафли жует, сопляжу, чертов, блин, дебила кусок, блин. В то время, когда мы это... Причем, ребята, если бы у него выбило бы интернет бы, если бы у него выбило бы, за него играл бы бот. Понимаешь? А он целенаправленно сидел, чмошник, блин. Потому что когда у меня вылетал интернет или еще что-нибудь, я когда захожу, у меня сам персонаж играет. То есть, блин, без меня, блин. Чтобы катка, ну, не рухнула, грубо говоря. Вот так вот. Я пушку поставил, пушку поставил. Все, стоит, пускай бомбит теперь.
хихикает еще, блин. Пиу-пиу, ты давай там что-нибудь делай, пиу-пиу. Давай. А что это такое, ребят? Так, тут я понял, тут разного вида режимы, да? Так. Подберу, пацан, не волнуйся. Они что, за мной типа охоту устроили, что ли? Серьезно? Бай-бай, правильно, бай-бай. Вот, ребята, вот команда, блин. Активная, нормально играет. Все как надо, блин. Претензий нету. Абсолютно. Так, ну что, одно задание я выполнил. Но нам надо еще выполнять. Еще надо выполнять, ребят. Так, а точнее это будет у нас, по-моему, по захвату кристаллов и... Не понял я. Они что, обновили, что ли, только что? Тут же были совсем другие. Выиграйте 5 боев в режиме нокаут. Это ладно. Выиграй 5 раз. Но ведь было же с кристаллами задание. Чего вы мне тут втираете-то, блин? Я выполнил только нанести 60 тысяч урона. Ладно. Пойдем дальше играть за Пенни. Тут еще за Тика надо, блин, сыграть. Еще за Эмз. А, вот они сместились, ребят, сори. Слушай, подожди, а что так много заданий-то? В режиме зачистка. В режиме дуэли. Так, ограбление или партнера. Можно вот это вот обновить квест? Твою налево, блин. А тут что, парное столкновение или горячая зона? Тоже обновить хочу. Так, захват. Вот это меня устраивает больше. И вот это вот обновить. Так, тут везде парное за этот. Не, вот здесь вот. Последний, ребята, шанс на обновление. Ладно. В общем, много заданий дали на захват кристаллов. Тут захват кристаллов очень много. Очень много. Ладно, пойду дальше играть за Пенни, потому что мне в любом случае нужно 5 побед сделать. Захват кристаллов. Они гады, они меня раскусили. Игра меня, ребята, раскусила. Самые ненавистные для меня режимы она мне втюхивает. А делается это, ребят, для того, чтобы ты все время был, ну, разнообразивал игру, чтобы ты не сидел там. Во-во-во-во-во, ребята, началось. Это мое, ребят. Ладно, я буду перезаходить сейчас. Друзья, вы не поверите, я когда... Мы проиграем, да? Я когда зашел в игру, у меня была игра обновляется. Это что за чушь? Почему так произошло? А? Так, Мортиса, блин. Да в плане, а как он перезарядился? Это 33 раза, блин. Ну чё ты... Ты жук, тварь вонючая, блин, этот, блин. Придурок, ёпа-маковку, ребята, а. А, кристаллы у нас были, все, понял. Тогда извиняюсь.
Мне-то орать, да, вылетел в процессе игры, блин. Еще что тут возбухаю на всех. А, за 15 уровень дают 20 блинков. Я просто не видел, что у него там кристаллы в руке были. Тогда все правильно он сделал. Пошел и спрятался. Молодец, красавчик. Ну, у нас, знаешь, как... Вначале ругаешь, потом жалеешь, блин. В любом случае, все это не со зла. Это, знаешь, на эмоциях, друзья. Это все на эмоциях. Я просто каждый раз, когда захожу в игру, я начинаю переживать. Сейчас думаю, сейчас будет лагать игра. Сейчас будет лагать игра, блин. И меня это как-то вот, если честно, как-то вот напрягает. Слушай, а у них тоже ПМ. А чё Леон-то стоит там? И еще и ноет. А чё ты ноешь-то, Леон? Ноет он, блин. Давай сюда бочку поставлю. Не подставляемся, ребят, не подставляемся. Спасибо за хилку. А чё, где хилка твоя? Им не понравилось, да? Ну вот куда ты, Леоныч, идешь? Забери там кристаллы эти. Все, стоим и ждем. Мне нравится, когда они начинают стрелять по моей, а я беру ее и переставляю. Вы сейчас издеваетесь? Вы издеваетесь вот с этим вот барахлом, что вот обрыв в сети, ну с какого перепуга? Почему именно в этой игре? Я не знаю, ребята, у меня VPN всегда работает стабильно. Ну почему такое происходит? Именно из-за него, вот именно из-за этого обрывы связи происходят. Как-то подлагивает, подглючивает, я не знаю, как еще это назвать. Раздражает это, вот серьезно тебе говорю. Так, ну что, задание возьмем? Блин, понятно. В общем, ребят, поехали дальше. Я не знаю, надо что-то с этим, блин, как-то подумать, переключить, я не знаю, там VPN другой найти или что, в чем проблема? Раньше такого не было, ребят. Вот еще буквально раньше, вот ну, сколько там месяца. Ну вот опять это, ну отбивает все желание сразу же играть. Грохнули ее. А, у них еще и Леон там на попрыгульках, да? Ох, как шикарно. Так, Эдгара надо валить. Так, давай-ка Эдгара завалим. Так, кристалл у меня, я пошел ныкаться. Леон вражеский ползет. Нормально. Если сейчас такая же ерунда, ребята, произойдет, я тогда, я не знаю. Отключусь, буду думать. Буду думать, в следующий раз буду за кадром играть. И как только вот стабилизируется игра, мы с вами продолжим. Ну что это за дело? Каждый раз входить в игру, блин. И вот это вот зацикливание вот это смотреть, блин. Так, 50 силы. Да, понятно, редкий тут. Ничего интересного. Может, что-то в настройках, блин, а? Стоит. Блокировать. Так, вибрацию. Может, вибрация? Так, почему-то вибрация.
Не знаю. Так, и сколько побед-то у меня у Запенни? Две? А, нужно еще одну победу за нее сделать. Хорошо. Ну, не дай бог, сейчас начнешь вот это свое дергание. Не, по-моему, нормально, ребят. Так, Эдгард, МЗ. Так, и кактус, а у нас зато Бо. Ну, что ты делаешь-то, блин? Замедлили, размотали, ребят. Так, я, наверное, сюда поставлю эту. И погнали. Ну чё там Эдгар-то опять спит, блин? Ну это, наверное, как и у меня, ребят. Вылетает у него все. Бо, чё ты орёшь? Ты даже вообще... Куда ты прыгаешь, придурочный? Ё-моё, я видел дебилов, ну таких, как этот Бо. Простите, ребята. Не встречал, блин. Прыгает куда-то. Я не знаю, на бой фейлится еще. Да вали ты этого, блин, дурочка, блин. Ну все, это, короче, получается, ребята, что тот сидит в кустах, блин, а эти тут прикрывают. Короче, вот этот тормоз, блин, я не пойду тоже никуда, нафиг. Тварь, просто тварь, ребят. У меня других слов нету, блин. Да из-за него исфейлились, ё-моё, блин. В меньшинстве, во-первых, блин. Этот тоже прыгает. Куда прыгает? Нахрена ты прыгаешь в середину поля, дебила кусок? Нахрена, блин? Там они, блин, растусовывают этот, блин. Грубо говоря, пятак этот. Он туда чешет, летит, блин, на всех крыльях, блин. Чё ты ржёшь-то? Ржет он мне. Но за Пенни мы не выиграли. Нам все равно придется еще один поединок, да, по-моему? Да, ребят. Погнали. Мне, кстати, не обязательно именно за Пенни. Там у нас выбор есть. Мы можем... Нормально? Не лагает? У кого-то скин Шелли уже новый. Посмотрим сейчас, что у нас тут получится. Так, ну он тот там в кустах сидит, да, я понял. Так ты прыгай, ты хоть бомби, блин, если ты прыгаешь, блин, ну! Вы что, издеваетесь сейчас, что ли, а? Шелли, ты тупорылая, блин! Вот объясни мне, ну вот куда она лезет-то, блин? Все кристаллы сфейлили, блин. Команда дебилов, просто конченых дебилов, ребят. Нахрен нам эта Шелли не нужна, у нее ничего нету, блин, в руках, блин. Блять, почему, когда нормальные команды выпадают, у меня игра лагает? Как только дают дебилов конченых, у меня нормально все играет. Пипец, блин. Специально, что ли, так сделали, блин? Подбор, блин. Да и Пенни персонаж тоже, конечно, я тебе скажу, блин. Ну, лично для меня это пипец полный. Когда ты в последний раз видел, чтобы Пенни играли? Я не помню на своем, вот, в последнее время, блин. На своем веку, блин. У нас постоянно какие-то проблемы. То у меня, то теперь этот сидит, дурачок, блин, на месте, а? Ну ты посмотри.
Проснулся он, когда нас тут раскочепали. Он проснулся, ребят. Подорвался малой. Так, я сюда ставлю, короче, артиллерию, блин. Сейчас ульта накопится, блин. А, они стояли там и ждали. Эдгар, вали! Ага, Роза активировала свою фигню. Они, короче, за мной охотятся, ребят. Ну чё ты там ходишь? Блин, дебила, кусок конченый, блин. Ёб твою медь, блин. Я херею, блин. Я херею с этого, блин. Восьмибитки с этой, ребята, просто хреневаю, блин. Эдгар уснул, ё-моё! Да куда ты, блин, идёшь, тварь, твою мать, блин? Такой конченый, блин, этот, я не могу просто, ребята, я не могу просто на него смотреть, на этого... Уберите нахрен, его я сейчас разнесу, монитор, блин, восьмибитник хренов, блин. Уберите его отсюда, нафиг, а? Я, конечно, всяких дураков видел, но такого, блин, придурка, блин. Тут надо еще поискать. Ё-моё. Ай, бля, этот баран. Просто конченый был баран. Он вот здесь бегал, когда меня прессовали. Он хрен подошел. Там мы стояли в левом углу. Он ни хрена не делал, бегал там. Придурочный, блин. Пипец, просто пипец, ребята, а. Я так охрипну, оглохну и... Не знаю, мне скоро не выдержат нервы. Видит, что там идет прессинг капитальный, ребята, прессинг. Он не придет, не поможет. Он бежит, ему пофиг куда. Побежал куда-то там. Так, что у нас там осталось? Осталось-то дофига чего. Так, давай посмотрим, есть что-нибудь одинаковое. Так, Пока и здесь Пока. Так, здесь Бо. И здесь Бо. То есть можно два задания сделать за Бо. У меня ж горло заболело, ё-моё. Так, где у нас Бо? Давай за него сделаем. Иди ты. Короче, три победы за Бо. Одна победа за Пока, да? Получается. Так, Пенни со своими... Со своими чемоданами. Ага. Хитро. Давай, вжик, работай.
Так, там где-то ракета, ракета, я понял, где она, вижу. Пошел я, короче, за ней. Ну ты ублюдочная. Да пшикался там летун. Нормальненько. Развалился там, спать лег. Так, ну что, мы с тобой здесь сделали, да? Значит, у нас тут, блин, не три ребята надо, а 5 побед, оказывается, нужно сделать. Я что-то думал, что 3. Ну, я явно сегодня, вот именно сейчас, за одну заходку не буду выполнить все, все задания. Я, может быть, сейчас сделаю и под вечер, например. А то, блин, мне хватило вот этих 3 каток, которые были. Ну просто, ребята, вынос мозга. Ну серьезно, ребята, вынос мозга. По-другому не могу назвать это. А у нас что? А, у нас Барри. У нас Барри, у нас все дела. У нас все, как мы любим. Знакомая тема. А только с кристаллами у нас туго все. Ну Мортиса-то хоть кто-нибудь, блин, будет бомбить или чё, блин? Подожди, не у Мортиса кристалл, а у кого? Ну где наши-то, блин? Так мне пришлось, ребята, туда идти, на них выпендриваться, выделываться. Как по-другому-то? Уходи, я тебя прикрою. Хорош, подорвался хмырь на моих бомбочках. Есть контакт. Нормально, все. Че ты там лезешь, гулькаешь, блин? Нормально. Ну, моменты, конечно, были, блин, жесткие, если честно. Но зато справились. Причем довольно хорошо. Мне понравилось. Я за Мортисом просто охотился. Я просто видел, как он последний раз захватил эту груду кристаллов. Я и за ним и побежал туда вперед. Вот. А оказывается, кристаллы были вообще у нас. Так, Леон, Пэм и Барри. Ну, я смотрю, не хаотично, да? Разбрасываются всем этим делом.
Я им туда подарочек закинул, ребята, в виде бомб. Как только пойдут, они взорвутся. Эх, до Леона не хватило тебе немножечко. Двойничок твой не успел, Леоновский. Короче, он меня достал. Добегался, идиота, кусок. Да все, все, его там нет, ребят. Шваркнул я его. Это старая... Ага. Так, нам не хватает одного кристалла, да? Нормальненько, все, ребят. Стоим здесь. А, Бариш закидывает. Воу! Да в плане, блин! Да это не спасет ситуацию, ребята. Вон она, это ПМ. Я офигею, сфейлится так. Как он там завалил, я не могу понять. Вот здесь вот кто был? А, Барри, он Барри завалил. Она точнее, или он, блин, я не знаю, кто там из них. Завалил Барри, и кристаллы мы профукали таким макаром. И потому что Барри болван, ему надо было ныкаться. А он, наверное, и ныкался сидел. Так, значит, ПМ, МЗ, Леон Шелик. Кто-нибудь есть у нас? Пока. Блин, все в разнобойку идут. Все в разнобойку идут. Бо, ПМ. Ну, я продолжаю тогда, ребята. За бой играть. Если надо сделать 5 побед, что я могу сделать? Надо сделать, будем делать. 5 побед. Пойдем, блин. Там Кольт прыгает. Кольт. Это кто там бежал так на нас? Куда ты лезешь-то там, а? Это тик там, что ли, нервирующий строчит? Я не пойму. Давай я туда, наверное, закину пару хорошеньких. Нормально. Готово. Так, у нас 7, у них 4. У нас, у них 5. Забираем, ребят. Забираем и выжидаем. Стоим. Отдыхаем. Да? Нечестно, ребят, но как они, так и мы. Как они делают, практически большинство из них так делают. Ныкаются там в кусты и сиди потом их ищи. Они выползают только в том случае, когда уже им, как говорится, краб на жопу, на хвост присел, блин. Они тогда выползают оттуда. А так нет, нифига. Сидят до последнего. В своих нычках в этих. Так, еще 2 победы надо.
Так, это у нас... Я уже не помню, кто это у нас. Я хоть разочек прыгнуть попробую, ребят. Барри алкаш этот невыносимый. Так, у них тоже, кстати, бо. Уйди, уйди оттуда, саквояжник. Ну зачем же ты так делаешь? Динамайк, я... Ну чё, пока, блин? Понятно все, ребят. Проснул. И чё? Пока. Короче, понятно все, ребят. Хер ли он проснулся-то, когда уже все, когда уже финита ля комедия, блин. Да нет, тут уже, ребят, не выиграть. Как бы, блин, тут не старался. Мы в меньшинстве играли, так что извиняйте. Под конец он там проснулся, блин. Проснулся он, называется, ребят, под конец. Сразу такой напалм, блин. Ну, да. Друзья, я не знаю, что у нас за команда, блин, такая, блин, долбанутая. Ну, посмотри, теперь этот спит, блин. Мы проигрываем. Ну лови его, лови, правильно, вот так вот. Где мои бомбочки? Вот они. Не вылази, не вылази лучше оттуда. Я его сейчас... Ну и что ты там сидишь, ныкаешь ты в кустах, блин? Ждем. Нормально. Угу. Еще одну победочку, и будет все хорошо. И будет нам, нам счастье, если оно будет, конечно. Ты посмотри, игра прям вот выключила эту вибрацию. И смотри, перестала, ребята, вылетать. Неужели в этом была проблема все? Ах, ты алкаш сраный. Зато почему-то другие ребята теперь лагают. My aim is true.
Так, это была ульта, да? Короче, пойду я с этой разберусь, со шваброй, которая там. Блин, отдуплился. Барри как будто знает, куда я, блин, сейчас пойду, блин. Че, вот так вот вырубает нас? Да. Танковать не могу, ребят, я не танк. Я ни одного не убил, ё-моё, я ни одного не даже... Но тут, знаешь, такое ощущение, что ребята просто играли по гарнитуре, координируя все движения, у них не было такого хаоса, как у нас. Как бы каждый сам за себя, блин. Просто координировали движения, ребят. Потому что это как только бросало, например, ульту, это сразу туда бросал бомбы, Барри. А это ты так просто не сделаешь. Ну, тебе, конечно, интересно это вообще мое мнение, блин. Вот это называется Барри бросает на бум. А там нифига, там такого не было, ребят. Ну так-то в наглёшь-то тоже туда, конечно, лезть-то не надо, блин. Я жду здесь. Тут мины, ребят, стоят у меня. А чё он не двигается-то нифига, блин? Почему прекратил двигаться-то? Мой персонаж просто не двигался, ребята, блин. Зашибись. Просто перестал двигаться, блин. Ну еще кристалл дадите один-то, блин. Пец. Я думал, он разберется там с Барри. Разобрался он там с Барри, конечно. Ну что ты прыгаешь-то по этому? Ну, по самой заднице, блин. Прекрасно. Все-таки порвали, блин. Так, и выполнили задание. Альма, ты извини, конечно, сейчас лучше сейчас со мной не надо. Потому что я сейчас нервный, злой, блин. Попадешься под горячую руку, потом будешь обижаться, что я типа на тебя наорал. Потому что у меня будут все виноваты, кроме меня самого. Хотя я знаю, что я сам очень сильно туплю. Да, рентген? Вот именно что. Так, что там у нас, задание какое-нибудь? Давай посмотрим, еще есть, быстренько выполним и... Тут быстренько не получится. Победа 15 раз. Тут в основном надо идти в ранговые бои. И, например, кто у нас там? А у меня нету таких персонажей, которые нужны для рангового бойца.
Да. Аж 5 раз в ранговый бой идти. Блин, ну придется идти в ранговый бой. Пять побед в этом в ранговых боях нужно сделать. Горячая зона, да? Горячая зона. Зря, наверное, взяли столько. Эдгар, я ближник. Фиг его знает. Ну, попробуем, конечно, тут как-то выстоять. А что у нас? Нет, ни одна зона у нас. Вот здесь бы, ой, как динамайк бы им хорошо, ребят, пошел бы. Сай. Так, вот этого я уже не понял. Давай. Не понял сейчас юмора. А как тут надо было? Мы стояли на их территории. У них же должно спадать. Или как? Или им вначале надо было на свои... Нахрен мы тогда туда бежали изначально, на ту территорию-то, блин? Я просто забыл. Ну, стоишь на территории, набиваешь очки. Все, ребят. Вначале нужно, чтобы заполнилась твоя локация, судя по всему. Потом ты можешь уже переходить на вражескую. Наверное, так работает, скорее всего. Мне так кажется. А что тут за территория-то у нас? А, звезды. Ну, давайте, валите, блин. Музыка, блин, хоть плачь, хоть вешайся. Там их кучненько как раз должны... Я очень медленный. Ультой-то в меня. Что там только в меня не летит, друзья? Пора, да? Был воронок, его не стало. Ребята, счет равный. Уже не равный. Понятно. Там их и похоронили. Двух бестолчей этих. Что этот Калич, блин, ни хрена толком не делал, блин. Что другой там бегал, блин. Сопли жевал, блин. Один раз только при мне увидел, что он там притянул его и все. Ну и ограбление еще не легче. Ну что тут? Тут, как всегда, ребята берут динамайка, блин. Я вот больше чем уверен. Эль Прима тут бесполезен, блин. Вот, или динамайка, или как вот у нас в данный момент алкаша взяли. Да? Динамайк, ребята. Динамайка, получается, надо контролировать.
Ну чё ты спишь-то, блин? Так, просветились, да? Подкрадываются, ребят. Ну бомбим, блин, или чё? Не успел чуть-чуть, а? Ультануть. И ульту, как говорится, потратил, и это. Двадцать 7% осталось у их сейфа. 19. Барри там наяривает, я смотрю, будь здоров. Есть. Ну, тут Барри. Тут Барри, друзья мои. Молодец. Круто сделал. Один. Я прям видел, как он там наяривал. Чё там? Чё за награда за поимку? Награда за поимку? Укрытие. Это опять эти? Чёрт, я не помню, что за награда за поимку. А, звездочка. Все, понял. Убийство надо больше совершить. А что за модификаторы? Что это за звездочка? А, обычный режим? Блин, я смотрю, как всегда, на другого персонажа и... начинаю тупить. Короче, Динамайк там сидит, ребята, и глушит. Глушит наших ребят. А вот если бы я так не подставлялся бы жестко, мы бы вели бы по счету. А так как я поддыхаю, как... Отморозок, блин. В плане он меня поймал, блин. Чепушило, а. Да какого хрена-то, я не понимаю. Если у тебя звездочка в руке, у тебя что, увеличивается количество, блин, этих? Они проигрывали, блин. Они проигрывали по очкам. И потом резко они выиграли, блин. Я не знаю, ребят. Что на это, блин, ответить? Ну, чё? Они проигрывали, и тут бац, резко, главное, 20. Мы бомбим их до посинения, нифига нету. А они так резко получают очки. Не, в эту игру надо играть, ребят, на постоянку, если честно. Ну, просто на постоянку. Тут не прокатит. Не прокатят эти вот. Как сказать тебе, блин. Раз от разу, когда заходишь в игру, блин, в пятилетку там в какую-нибудь. Такое, блин, тут не прокатывает. Вот Эдгар сейчас, ну, дурачка валяет. Почему, ребята? Он бегает вместо того, чтобы стоять на зоне.
Ultimate Power. Вот опять он, блин, присосался, а. Ну, я про этого, блин, про... Ты понял, про динозаврика. Ну давай добьем хоть немножко-то, блин. Там 91%. 93%. Пипец, неожиданно. Нежданчик, ребята, какой-то. Есть. Блин, да еще 3 победы нужно сделать, да, получается? Ну давай. Опять ограбление, блин. Опять ограбление, опять бегать. Как сумасшедший. Но я тебе говорю, тут надо, ребята, контролировать. Если они, например, возьмут команду всю состоящую, например, из бомбардиров, да, Тика там, например, Динамайка, кто у нас там еще бросает бомбы, Брок, например, с ультой, то это, конечно, будет турбополный, ребят. Так, хорош. По нашему сейфу пока не попали. Надо делать прорыв. Они все на ультах, что ли, блин? Они все копят ульту, а потом делают через ульту, понял? У нас такого, к сожалению, ребята, нету. Я-то какого хрена попался, блин? Ну, наша команда проигрывает, короче, по-жесткому. Да что за сопли-то тут оставляет этот хмырь? Почему мы не можем пробиться туда в конце-то концов? Я не понимаю вот это вот. Да как он вырубает-то, я не пойму. Один... Ой, бля, аж... Я ж, бля, от возмущения, ребят. Ну как он может один бомбить трех сразу же, ну? Ну как он может троих ударить одним разом, блин? Всех троих, блин. Я не понимаю вот этого дебилизма. Он один уничтожает трех. Он меня щелкнул, потом рядом кто стоял, уничтожил. И еще там, по-моему, троих. Нет, двоих все-таки, по-моему, одну. Вот. Как? Я не понимаю. Ульта у тебя всего одна. Ты один раз можешь притянуться и все, блин. Он от одного к другому скачет. Причем ты в него стреляешь, попасть не можешь. Бежит, не боясь во всякие дыры, и ты его не можешь бомбануть. Вот, делай выводы. Делай выводы, что у нас...
Но у них все равно преимущество, блин. Шелли какая-то команда, блин. Это ни черта не делает, блин, смотрю. ЭМЗ или как ее там, блин. Все. Ну ты посмотри, пол игры идет, блин, еле-еле, еле-еле. Потом они уже, опс, и сразу себе набили очко. Да хренище. Ладно, друзья мои, не буду я добивать, мне, блин, нету слов, блин, одни эмоции. Это чушь полная. Задание да хренище, блин. Ну, с такими командами, блин, и с нашей, как тебе это объяснить-то? С нашей игрой, блин, с моей особенной игрой. Я буду сейчас до посинения здесь проходить. Поэтому на сегодня все, всем удачи и до новых скорых видосиков.